фойе художественного отмечают День российского кино. Поговорить есть о чем. По мнению Нины Шумковой, возглавляющей местный союз кинематографистов, самарское кино на подъеме. В регионе более 40 студий, которые занимаются его производством. Снимают фильмы как взрослые, так и дети. Иногда даже мастерам есть чему поучиться у юных операторов и режиссеров. Было несколько таких детских фильмов, которые, в общем, по своему уровню, по значимости темы, по новизне подхода к решению этой темы, они могут конкурировать и даже чему-то учить взрослое кино. У нас подрастает смена и в Самаре, и в Тольятти. Люди, которые будут делать настоящее кино просто уже в обозримом будущем. Особой популярностью сегодня пользуются зарубежные супергерои, от которых в восторге молодое поколение. Но производители прилагают все усилия, чтобы на больших экранах было больше отечественных фильмов, а в кинозалы потянулось и старшее поколение. Сейчас тенденции идут к тому, чтобы российские зрители смотрели российские фильмы. И именно сейчас это происходит вот как никогда. Очень много российских фильмов выпускается, и задача наша – остается кинотеатром только привлечь зрителей в зрительные залы, что сложно, потому что люди привыкли смотреть фильмы иностранные, более качественные. В День российского кино в Самаре прошел форум для юных кинематографистов со всей страны. Для них прошли лекции, мастер-классы от известных актеров и режиссеров. Целый день можно было смотреть яркие новинки отечественного кино. Мы пригласили сегодня всех причастных к кинематографу Самарской области, то есть всех тех людей, которые так или иначе участвуют в кинематографической жизни нашего региона. Кто снимался, кто снимает, кто воспитывает и учит, начиная от малышей и заканчивая большими студентами, да, которые составят наше будущее. Те, кто уже является нашей гордостью и гордостью российского кино в том числе. В Самаре регулярно проходят известные кинофестивали. Например, кино детям состоится 18 октября. В этот раз в двух форматах – онлайн и офлайн. Изюминка его в том, что работы взрослых оценивает детское жюри, а творчество детей, наоборот, взрослые. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.